Самое время. Кажется, я недооценила тебя. Тогда я пойду ночью. Я не думаю, что ты продолжишь читать посреди ночи. Конечно же, он ушел. Сун Вэй не настолько вынослив. О чем я думаю? Разве не хорошо, что его здесь нет? Даже если Сун И не открыл для меня вторую дверь, сейчас я смогу войти. Если я попаду в тайный ход, то смогу вернуться. Что ты здесь делаешь посреди ночи? Почему стоишь здесь? Луна на небе. Такая красивая. Я здесь. Ты здесь. Вдвоем. Я так зла. Почему ты такой противный? Раз она такая красивая и элегантная, не буду мешать тебе. Продолжай наслаждаться, просто наслаждайся. Петух еще не кричал, я не должна встретить его так рано. Доброе утро, госпожа. Ты уже умылась? Хочешь позавтракать вместе? Госпожа так рано встала. Я же не ослепла. Вы только что виделись с главой? Не упоминай его. Похоже, что проникнуть туда совершенно невозможно. Почему он следит за мной? Он действительно заинтересован во мне? Очнись. Ты Улин, а не Уюйлин. Ты собираешься вернуться в реальный мир. Госпожа, здесь красотка Чень. Не хочу видеть. Старшая сестра, почему вы не хотите меня видеть? В прошлый раз госпожа научила меня накладывать макияж. Румяна и пудра мне очень понравились. Каждый день я думала над этим. Это моя собственная разработка. Я подумала, что госпожа должна попробовать первой. Она же сюда ничего не подмешала. Моя сестра беспокоится, что румяна навредят ее лицу. Посмотрите, я использовала только натуральные материалы, никаких проблем. Это не то, что я имела в виду, Луло. Скорее, забери.
Принеси холодного молочного чая, пусть Чэнь Мэй Жэнь возьмет с собой. Госпожа, почему вы не носите сережки, которые я подарила вам? Вам не понравилось? Нет. В тот раз я слишком много выпила, я про них забыла. Госпожа, если не возражаете, я принесу их. Хорошо. Да, я сделаю это. Эти серьги и правда подходят вам. Юйон, ты глава императорской стражи города Дунлинь. И ты говоришь мне, что кто-то украл у тебя свисток? Я ошибся. Пожалуйста, не волнуйтесь. Кажется, кто-то нетерпелив. Глава, мы обыщем весь город. Я обязательно поймаю вора. Нет. Притворись, что ищешь. Тайно усиль городскую стражу. Что касается вора, ты ясно разглядел его лицо? Лицо человека было закрыто, стройное и миниатюрное. Я подозреваю, это женщина. Женщина? Госпожа, уже поздно. Вы еще не спите? Не хочу спать. Но раз вы не спите, я тоже не смею спать. Луло, давай снова позовем тех двоих. Сыграем вместе в маджонг. Вы не шутите? Госпожа, я побывала везде. Никто из них не хочет играть. Они наверняка были заняты весь день. Какая длинная ночь. Нет мобильника для игры. Так скучно. Госпожа, скучно? Кажется, главе нравится стоять у моей двери и подслушивать. Сейчас ночь. Госпожа говорит громко, что слышно снаружи. Этот парень очень стойкий. Нам нужно два человека. Возможно, глава хочет поиграть с нами в маджонг? Скажи нет, скажи нет. Я не против. Хорошо. Иди, позови Чэнь Мэй Жэнь. Скажи, что глава зовет ее поиграть вместе в маджонг. Есть. Три бочки. Съела. Восемь тысяч. Удар. Куджо. Проиграл. Давайте деньги, 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 деньги. Еще раз. Подождите. Глава, почему вы продолжаете проигрывать? Я не верю, что вы такой неудачник. Хочу посмотреть на ваши кости. Глава, вы слишком предвзяты. Нет, ты... Я никогда бы не обыграла главу с такими костями. Ты можешь перестать? Ой, раздражает. Госпожа, перемешивай. Снова. Хм.
Почему бы не признать поражение? Давайте, давайте снова. Красотка Чень, красотка Чень, красотка Чень. Ты в моей сережке положила концентрированную пыльцу лилий? Хочешь, чтобы я потеряла сон, верно? Я не сплю всю ночь. Не поверишь, эта пыльца очень бодрящая. Так вы специально позвали меня играть в маджонг? Точно. Иначе как еще мне развлекаться ночью? Я дам тебе совет. В будущем поменьше вреди другим. Такой хороший мужчина, но с его вниманием ко мне я не смогу проникнуть в тайный ход. Итак, проблема в том, как заставить его перестать преследовать меня.